Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. О Надежде Румянцевой зрители узнали после того, как вышел фильм «Девчата». Многие полюбили эту артистку. Люди немало знали о ее творчестве, а вот подробности личной жизни оставались для многих загадкой. Румянцева два раза выходила замуж. Первым мужем актрисы стал ее коллега Владимир Шурупов. На момент замужества Надежда уже была популярной артисткой, а вот ее супругу до такой известности было далеко. Поэтому, когда ему предложили роль в Свердловском театре, актер без раздумий на нее согласился. Его жена осталась работать в Москве. На этом их дороги разошлись. В одном из интервью Румянцева призналась, что жалела о своем решении. Ко второму браку женщина подошла с большей ответственностью. Ее вторым избранником стал дипломат Вилик Штаян. Ему тогда было 34 года. Для него этот брак тоже был вторым. От первого у мужчины была дочь Карина. Надежда была на 2 года старше своего второго мужа. Поженились они в 1967 году. До этого Вилли 2 года добивался расположения любимой женщины. 10 лет супруги жили в Каире. Карина была у них частой гостьей. Надежда смогла полюбить девушку как родную дочь. В 90-е годы они с Вилли вернулись на родину. Их жизнь протекала размеренно и спокойно до тех пор, пока актриса не скончалась из-за болезни. Перед этим их с мужем ограбили, что стало для нее большим стрессом. Вилли сейчас 88 лет, но он, несмотря на это, все равно продолжает работать. Он очень грамотный аналитик и финансист, поэтому к нему часто обращаются за консультацией. Самой Карине уже 60, она проживает в квартире Надежды Васильевны. У женщины есть сын, который живет в Сингапуре и работает брокером. У него есть жена и дети. Своему успеху он обязан деду, поскольку Вилик Штаян много вложил в обучение внука. Вилли Вартанович вот уже 12 лет является вдовцом, но на протяжении этого времени он не забывает любимую жену. А вы помните эту прекрасную актрису? Пишите в комментариях, какая ее роль вам понравилась больше всего. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!